Для многих россиян японская кухня – это в первую очередь суши и сашими. Однако организаторы фестиваля японской кухни решили развеять этот миф. Попробовать новые блюда из страны восходящего солнца в рамках года Японии в России предложили в одном из заведений Владивостока. Мы предложили проект проведения фестиваля японской кухни, чтобы понять предпочтения жителей России, а также представить настоящую японскую кухню, провести определенные исследования и посмотреть на эффект, что именно будет востребовано и популярно среди любителей японской кухни. В фестивале участвуют 4 блюда, такие как рамен, гюдон, карри и истинное блюдо острова Хоккайдо – сиодзанги. Все это очень популярно и распространено в Японии. Все кушают. Кастуки. Гюдон – японский фастфуд. Рис с луком и говядиной, пропитанные специальным соусом. Карри – блюдо, которое не уступает по популярности суши. Индийское карри через Англию с изменениями рецепта пришло в Японию и стало национальной едой. Сиодзанги – кусочки куриного филе в кляре, для которого используется рисовая мука. Рамен является любимым и национальным блюдом Японии. В ее составе лапша, говядина и яйцо. Для всех блюд фестиваля используют рис, муку из него же и репчатый лук, которые произвели на Хоккайдо. К слову, все другие свежие продукты также доставлены с японского острова. Есть представление, почему-то стереотип сформировался, что японцы едят только рыбу. Вот этим фестивалем мы хотели показать, что достаточно разносторонние вкусы у японских наших друзей, поэтому хотелось бы, чтобы и российские наши друзья, гости, хотели бы, чтобы они тоже ознакомились с этим и популяризировали эту японскую культуру, дальше распространяли. Организаторы фестиваля надеются, что таким образом у соседей Японии владивостокцев изменится понимание и восприятие японской еды. Всем собравшимся предложили попробовать сразу все блюда, а в дальнейшем каждые 4 дня будет предложено по одному, по порядку – гюдон, карри, дзанги и рамен. До 7 октября у жителей приморской столицы есть шанс познать настоящую японскую культуру через ее кухню. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.